Итак, друзья, всем привет! С вами Виталик Савицкий. Как там, да, один сегодня мне написал паренек. Юлий Цезарь, тебе привет передам. Спасибо, что написал, реально. Помнят меня немножко люди, с кем я, да, общался. Хотя у меня в друзьях его нету. Джеймс Рокко, тоже тебе привет. Сегодня я его видел на трассе, мы пересекались. Да, здоровались, мигали фарами друг другу. Ну вот, решился я все-таки записать серию. А серия будет простая после, как говорится, длительных таких вот там терок между разработчиками, как я читал, как я видел все это, да. Как бы, ну, решил все-таки, думаю, зайду, посмотрю. Имущество все на месте, как я слышал, да, то, что вся информация осталась на сервере, все, как говорится, на месте. Поэтому сейчас мы, наверное, поедем. Я уже проехался по своим домикам, хаткам, блин, магазинам, бизнесам, короче, собрал прибыль. Ну и сейчас поеду, посмотрю. Меня очень сильно интересуют автосалоны. Автосалоны — это просто пипец. И, кстати, хочу, блядь, одно заметить, то, что нон РПшников здесь просто валом. Так что вот так вот. Сейчас, короче, поедем тогда на, наверное, на средний салон. Стоп, средний салон — это у нас дорогой, это там средний салон. Да, поедем сначала на средний салон, посмотрим. Ого, вы это видели в чате? Смотрите. Андрей тр-тр-тр-тр посадил Вика Миллер на 90 минут. Вику Миллер! Саму Вику Миллер посадили на 90 минут. Причина ДМ. Я охереюши. Люди удивляют. Кстати, сейчас реально безопасно ездить по городу, потому что предыдущее сообщение в чате от Джона Стара. Все желающие пишите мне в PM, так как... как только вас телепортируют, занимайте авто и ожидайте. Короче, сейчас движуха вся, в принципе, на каких-то там гонках, я не знаю, что там еще. Поэтому все ништяки, классно вообще, можно ехать спокойно. Правда, сегодня меня жахнули, все-таки на это ехал, и чувак на 39-й, знакомый, да, чувак на 39-й бэхе влетел. Я, правда, охерел, когда увидел 39-ю бэху. Сейчас посмотрим, в принципе, я так понимаю. Короче, все, ребята, дуем в этот самый средний автосалон. Так, короче, все-таки все мы переиграли, ребята, и попали мы в этот самый, скажите мне, я вам скажу, в дорогой автосалон. Блять, мужик, ну что такое? Ой, ёб твою мать. Что? Что, парень? Это... Там уже началось go-go-go. И мы можем уверенно ездить по городу. Никого не бояться. Все, в принципе, сейчас гонщики находятся где-то там. Блин, ну что такое? Мне интересно, просто вот зашел на сервер, интересно посмотреть все там, почему, если я оформлю машину себе, а мне ее не дают. Ну, жди. Вроде, ребята, надо ждать, короче, время какое-то. Жди. Сообщение вроде будет. Сообщение, что тебе ее пригнали в салон. Ну, вроде так. Или ты ее видишь, какую хочешь, не, какую хочешь купить. Вот так я повернусь к тебе, да? Мужик, мужик! Вот, подойди к авто и купи так. Ну, вроде так, я думаю, это будет пол... Блядь, блин, сука, конечно. Ну, а так будет проще, я думаю. Там вроде бы как... Блин, я не знаю просто эту систему. Там вроде... Что от тебя там такое? В смысле? В СМ? В
смысле? Что пишет? Ты... Блядь, не туда пишу. Ну, ёб твою мать. В СМЭ. Что пишет? Ты жмешь F, блядь, F, вроде так. Ёпарес, ты приехал салон показать, посмотреть, ну, тем, кто, правда, не играет здесь. Блин, нажми F, подойди, блядь, не туда опять же, подойди и нажми сесть. Бля, хамуха. Но, не, никак. Да не хочет. Сейчас сек. Пиши через. И. Ну что мы можем? На что мне денег? Блять, сука, мне на все денег хватит. ЕПРСТ. Какое авто можно проверить, к примеру, да? 280 тысяч, блядь. Все, сука, такое дорогое. Ёб... 350. Ай, давайте, короче, это нагнем. Жмакнем. Не, это не будем жмакать. Гетеры, да, хорошо, гетеры посмотрим. Оплата банком или отмена. Смотри, парень. Смотри. Я жму вот так, я жму сесть в авто, и мне выбивает табличку с покупкой, ну типа выбор оплаты и цвет какой авто. Ну, так, секунду, подождите-ка. Что-то я, наверное, помешал автомобилю спавниться. Да, пиши. Да, ну. Вот, выбирай нужное действие. И вперед. Ну если да, у тебя же напишет, что вот выбирай нужное действие и вперед. Там оплата какая? Оплата типа как оплатить и цвет выбери и катайся. Ауди, блин, Ауди РС. Audi RS7, да? Ну я хызы. Не помню, не видел ее, правда. Mercedes. А, это BMW, твою мать. Вы оформили заказ, то есть, как машина придет в салон, вам придет смс-оповещение. Хорошо. А парень хочет купить сейчас, стоя возле авто. Блять, да я ж, сука, жму. Парень хочет купить авто, стоя около него. Привет. Привет, Поля. Поля зажигалкина. Владик, ну прости, я не знаю, тебе ничего не подсказал. Я просто знаю, как оно все было. Блин, короче, это все срань, надо проехаться на какой-то тачке. Audi RS.
СССС. Так, что у нас есть, да? Давайте посмотрим. Ну ладно. Бугатти. Чигирон, тест-драйв. Ну ладно. Хорошо, тест-драйв, да? Посмотрим авто. Тык. Ну, бля, что я вам скажу? Что-то она как-то так вот... Как-то она дергается, все такая какая-то... Текстуры плавают, да? Ну, как мне кажется, она мягкая чересчур. Должна быть пожестче, как автомобиль, да? Такой типа, бля, это что ж такое за глюки? Типа, должна быть мягче. Едет она... Сколько же она едет, сейчас посмотрим. Тормоза у нее классные, реально классные тормоза. Честно, ребят, это Чирон вообще не нравится. Честно, Вейрон была как-то, да и вообще она, Вейрон покрасивее, нежели этот Чигирон. Такой не быстрый автомобиль, но тормоза классные. То, что они, как говорится, юзом не идут сразу, а плавненько тормоза. Блядь, да что за жопа такая-то, зараза. Как-то так. Следующий автомобиль смотрим, да, Lamborghini нет, Mercedes SLR нет, Audi RS 7, тест-драйв, поехали, прокатимся на тест-драйве. Ну, как-то... Хотя она мягенькая тоже, прикольная такая аудюха. А, это та оптика, которую типа рассказывали мне. Угу. Неплохо, неплохо. Блин, все же, как-то все так зеленый, нормально. 100. Тормозит тоже плавно, радует, реально радует. Да и так как-то, но ее подруга или брат-близнец, или подруга, или как там, сестра, не знаю назвать, RS6, вот тот зверь был, блин, я как вспомню реально, 190 тысяч цена была того автомобиля, да, RS6, Audi, все, я думаю, помнят, знают ту машину, популярную, была она крутая реально. Так, смотрим далее. Audi Mercedes, Rolls-Royce нафиг, S63, тест-драйв. Твою мать, так это тот, который у меня был за, сколько у меня там, за 320 тысяч. Ну как ты, чё с крышей? Чё с крышей, мне интересно. Бля, я пристен... А, это этот лымарь, короче, который возле меня. Чи-чи-чи-чи-чи, ё-моё. Ну, Марс такой, да, неплохой. Мерседес неплохой. Ну, блин, не, ну фары, конечно, красивые. Красивые, действительно. Оптика реально светится красиво. Конечно, получше, нежели было, намного лучше. Да и, в принципе, вроде как... Блядь, но все равно лаги остались. S63, да? Да, это как у меня был. Он реально здесь красивый, красавчик такой, вот сделали его. Наконец-то. Смотрим далее. Далее Lexus LFA BMW 7. Вот бэху посмотреть. Тест-драйв BMW. У меня что-то была бэха. Ёпарасте, такая машина была. Ой, как-то так вот. Вяло, блин. Не. Ой, какая красота. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. BMW. Но она как-то низкая немного. Чуть-чуть она низкая, чересчур. Ну, хотя... Не, низковато, действительно, она немножко низковата. Хотя такое именно вроде... Вроде в дрифт даже просится. У меня была, правда, на одном чипе, по-моему, туда. Да, неплохо. Вот это красивая модель, конечно. Я бы сейчас бы ее, в принципе, себе такую купил бы. Посмотрим, у меня такое есть желание интересное, ну как и желание интересное, желание прикупить все автомобили марки BMW, ну как все, практически все. Классная, да, классная моделька. Блин, вот смотрю с этого списка, честно говоря, ну в принципе, я думаю, это все, что меня в данный момент интересовало. Чего? Авентадор 900 тысяч? Охренеть.
900 тысяч. Обновили его тест-драйв. Что там его так сильно обновили прям? Хера, автомобиль был как был, так и есть. Ну, что сказать? Так, пристегнись. Ну что сказать, ребята, он мягче, реально он мягче. Теперь можно спокойно брать себе такой автомобиль и гуцыкать, реально. Блин, классно, вот это мне нравится теперь этот Авентадор, реально крутой. Он мягкий теперь, раньше было такое, что где-то влетел, фух, на кочке, и он как кусок камня, короче, да, это, и где-то начал его, ну, вот типа такой вот вариант, как сейчас, только что подкинул, вечно себя его бросало по сторонам. А здесь он такой мягенький, неплохой, конечно. Да, прикольный. Так, и на этом, в принципе, тест-драйвы закончились. Едем дальше смотреть сейчас средний автосалон. Нихера себе. А что это такое? Я знаю, что нарушил. Но что это такое? О, наконец-то аварийка заработала. Тихо, тихо, тихо. Вылезь. Не понял. Lexus. Джип Lexus. Нихера себе. Стоп. А, была же Toyota, да, по-моему, этот джип. Ну да. Ничего себе. Виталий. Ой, я думал, это меня уже что там. Нихрена себе. Прикольно, кстати. Прикольно, действительно прикольно. Lexus джипчик. Интересно, а Toyota есть или нет? Это же она была, по-моему, в дешевом, или в среднем, или в дешевом салоне. Сейчас посмотрим. Так, мы у автосалона среднего. Что? Не? Не? Зачем? Да пускай будет ночью. Я не вижу клавиши. Это мы... А, у салона... О, Toyota есть. Неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Так что, давайте Toyota. Стоп, что тут за машина? Давайте, ладно, посмотрим так. Toyota Camry. Тест-драйв. Не понял, на. Ой, блядь, она убогая, честно. Блин, реально она убогая. Как-то, блин, была бы Camry, конечно, немножко предыдущего выпуска, было бы получше. А это такая она. Да, и в жизни она мне не нравится, честно говоря. Не, ну хоть это есть, но она такая, смотрю, не быстрая, да? Сейчас мы попробуем вот так. Ну да, когда она такая. Так, стоп. Передний привод. Ну, передний привод, хорошо. Это очень хорошо. В принципе, управление такое интересное. Ну да, нихера себе. Camry, Camry! Для меня это вообще что-то чем-то. Camry. Я в шоке. Реально в шоке. Но я думаю, многие, да, фанаты вообще обрадовались автомобилю Camry на сервере. Классно, да. Так, тын-тын-тын-тын. Давайте следующий автомобиль посмотрим. Camry. Хера себе. Это я, получается, значит, не ошибся. Все-таки это то, что я видел. Е39. Сука. Какого вы хера тут есть? Е39 кузов. Е39 кузов, ребята. Вот это звездец. Вот это в натуре красота. Глазки. Глазки. Ангельские глазки, ребята. Правда, без зеркала. Вообще просто жирно. Просто жирно, конечно. Вот эта машинка. Блин, а что-то она, конечно, не едет нихера. Что-то она, конечно, нихера не едет. Camry была немного посвежее. Как-то блин, еще внутри эта красная подсветка. Цыганская какая-то. Не, классный, классный автомобиль, конечно. Ты тоже так летел. Я тоже часто так летаю. Ну, блин, все равно неплохо так она едет. Класс. Вот это мне нравится.
Е39. Любимый самый. Реально я тащусь по этой мод. Блин, ну чё вы сделали? Ну херня все это. Давайте еще раз. Е39 кузов, да? Тест-драйв. Блин, она классная, реально. Мы сейчас, кстати, ее и возьмем. Ну не сейчас, а в следующей серии. Если вам будет интересно, дальнейшие просмотры будут, то, конечно, будем это писать следующую серию. Так, надо свет включить. Ангельские глазки, ребята. Блин. Класс, реально. Я не знаю, это, блин, мечта моя была на сервере. Но, правда, немнемножко не вот это вот, не в этой текстуре моделька это. Вот... Скажу вам, на SSD, сервере CCD или как там, BMW, конечно, в 39-м кузове послаже, покрасивее она. А здесь она такая дохлая, реально дохлая. Что-то как-то для... О, наконец-то передний, этот самый задний привод, как положено мне. Блин, она классная. Может быть, реально ее продать, эту свою чуху, то продать в 34-м кузове, купить себе вот эту. Блин, она реально классная. Супер, супер, вот эта машинка. Ладно, смотрим дальше. 39-я, наверное, куплю больше всего. SL65, что это у нас такое за SL65? Ой, какой-то он такой удотичный, честно говоря. Бордюры, все наши бордюры. Ну да, нормально. А ладно, ну и нахрен, я даже ездить не хочу на ней, честно. Параша закончить тест-драйв. Так, смотрим дальше, да? Пам-пам-пам-пам-пам. М5,60. Посмотрим. 230 тысяч? Вы чё? $230. Ёханина. Вы чё, гоните? У. А чё это с диски с F10, кстати? Чё за херя? Где диски нормальные, те, которые должны быть на этой... Ой, у неё ж бедной обгоревшие эти наконечники глушителя. Ё-мо. А чё она какая-то такая тупая, блядь, стала? Стоп. Где её реально жёсткая езда такая вот, не отлипая от сиденья, блядь? Чё она какая-то такая тупенькая стала? Ребят, кто в курсе, кто вот просмотрел, и вы знаете, там приближённые к админам или вообще новости какие-то там знаете. Чё она такая какая-то туповатая стала? Ну, хотя набирает скорость она по сравнению с той же Е39 и... Чё там ещё я смотрел перед этим? Побыстрее, но всё же. Ну всё же, я повторюсь, не знаю... Е60, давайте еще раз, наверное, все-таки как-то так посидел, подумал, что за бред. Что с ней, не то что-то, ребята. В натуре какой-то бред. Она же должна, блин, ехать. Она должна не... А, она даже не дрифтует. Ну как не дрифтует, она в занос, реально, она гарит, даешь. Блин, просто ручник затянул. Гарри, она все, вот уже по... Блядь, да не, ну это холодец, а не машина. Как-то, ну, нормальная, да, если автомобиля есть у тебя, блин, так ты нормально на туре раскочегарил, а не откуда же элементарно ручник там, или, к примеру, да, там, ручник занос ее пустил, потом резко газ, она должна тебя выворачивать, вышкалибать, блин, асфальт под себя. Дух это такой сопель реальный. Давайте посмотрим дальше. Lexus LX. А, вот он, кстати, походу, это джип. Джип Чироки, блядь. Ну, блин, это такое. Ого, у него колеса какие маленькие. Не, ну, в принципе, смотрится, да. Ну, как-то... так мне, кстати, нравится. Вот это настройщик, я понимаю, постарался. Вот это Lexus. Смотрите, как отыгрывает подвеска. Вот это мне нравится. О, вот это просто шикарно. Реально круто. Вот на таком бы я реально, блин, покатался. Ух ты, класс. Шикарно просто, смотрите. Реально шикарно. Подвеска отыгрывает. Вообще жирно. Ребятки, вот это жирная машина, реально. Сейчас мы посмотрим еще этот. Йо, Виталик, куда ты поехал? Куда ты, Виталик, поехал? Или как там, Савицкий, кто там меня там называет, Савицкий? Да, классная. Я, правда, что-то не так и не понял, сколько она едет, блин. Да и ладно. Смотрим дальше, да? Lexus
Классный Лексус. Владик, давай дружить. Что? А, перевод, что ты хочешь? Закрыть нахрен ты мне это. Что? Стоит потратить на деньги. Что ты хочешь? Так, подожди. Что-то я не понял. Мы проиграем. Бля. А, ну добавляй, друзья. Говори. Дальше поехали. Так, Lexus. Это мы посмотрели. Nissan Silvia. Silvia Nissan. Nissan Silvia. Стоп. Не хочу я лишнюю капусту тратить на этот. А, ну это Toyota. Ладно. Nissan Silvia. Чё, какой он вообще? Ну ладно, сейчас мы посмотрим что-то там еще. Nissan, в принципе, меня не интересует, это такое говно. Nissan Silvia 350Z, нифига себе добавили. Honda S2000, это походу купешка. Да, тут, кстати, купе, реально купе. Ну, такое вот, какое-то. Да я просто помню, у меня была игра GTA Vice City, а, там мод был такой этот. Honda, такой паралич вообще, ну, не, по сути, мы, бля, не. Настройщик немного здесь, конечно, не старался, видать, ибо посмотрел бюджетный вариант дешевый автомобиль. Не будем мы его настраивать, ну и ладно. Я тоже не буду на нем кататься. Не, управление, в принципе, все классно. Она такая мягкая, это даже то, что через крылья эти колеса вылазят, это бред. Mercedes AMG Coupe C63, да? Давайте посмотрим. Чик. Не, ты такой, ну какой-то такой, ну поярче, нежели тот был Мерседес. Блядь, что-то у него. А, у него все в порядке, все в порядке. Так, ну как-то так. Какой-то такой он. Не знаю, не нравится мне. Хотя. В принципе. Блядь, что ты лагаешь? Не, ну он скорость неплохо набил. Не, хотя, ребят, в принципе, стоящий автомобиль, можно на нем, конечно, и покататься. Можно, можно, можно. Да, классный. О, Toyota Land Cruiser. Крузер, поехали на крузере поедем. Ну такой, ну тоже такой неплохой. Гигант, я бы сказал бы, да? Правда, управление такое более какое-то легче. У этого, у Lexus он такой вот более оказался тяжелее автомобиля. Это такой легкий, более как-то легче, кажется мне. Так, пристегнись, Витасик. Ох, нихера у него эти стойки гоняют вправо-влево. Ох, ё-моё. Ну, конечно, да, тут немного автомобиля. Угу. Что такое? Ой, блин, он весь как-то так играет по этому всему, да. Не, ну, неплохой, да, конечно. Но Lexus, я думаю, будет поярче как-то пока. Не, ну, это такой, знаете, вот, в принципе, Lexus такой вот... мажорный вариант, он такой более молодняковый, да, если ты играешь роль такого какого-то молодняка, холостяка там. А Лек, ну и Lexus, да, такой вот более, знаете, на Lexus более газку дать там, вот, к примеру, а на Toyota более такой вот уже, знаете, бандюган, мафиози, такой вот спокойная такая более езда. На нем, как говорится, некрасиво ездить быстро. Что он такой более побольше, короче. Ну да, Lexus, цена его... Цена его Bullet. А, вот, кстати, обновил Bullet. Это, походу, делал его. Молодец, Bullet. Toyota Land Cruiser. Лакоста какой-то. Ну, парень не старался, видать. Ай, Toyota стоит 165 тысяч, а Lexus... А, ну, блин, да. Это типа батя бандит ездит за 165 тысяч на Lexus, ой, на Toyota, и купил сыну за 185 тысяч этот Lexus, да? Опа, что это такое? Ford Mustang Boss. Давайте посмотрим, что за босс такой. Мне сразу на эти самые, знаете, воспоминания об игре Most Wanted. Да, Most Wanted. Когда этот Razer, не помню, как его там точно звали, ездил на вот этой машине. Блин, ну это по фану, честно, это такое, знаете, вот... Блин, я просто его взял, потому что такое название босс. Ой, еще и фары. Вперед, вправо, влево. Звездец. Просто звездец. Чего в других машинах нормально, а в этих можно было бы, наверное, думаю, моды подобрать более какие-то нормальные. Хотя, мне об этом не рассуждать, потому что я не разработчик. Что это такое? BMW 530 XD. Тест-драйв. Ммм...
что-то типа семерка в десятая, хуй хз, честно. Давайте проедемся. Проедемся, посмотрим. XD. Как-то такое название там интересное. BMW, да. Меня всегда радовала глаз BMW, хоть она будет и кривая, косая, блять, это BMW. Ну, конечно, здесь немного что-то все равно. Как-то не тот вариант, который хотелось бы. Стоп, не понял. Бля, еще и передний привод. Ну вы издеваетесь, фу, позорище. Передний привод, ну это полный привод BMW. Ну как-то, ребята, ну вот в легковика, да, к примеру. Что-то не то, немного. Немного не то. Не такая какая-то немного. Эти колеса через крылья появляются, вылазят, на взлет идет. Типа шасси убирает BMW. Так, давайте посмотрим еще, что у нас тут есть. F10, кстати, интересно, ее изменили или нет? И как помню, ее она была неповоротливая и немного чувствую жесткая, она вроде и есть. Блять, да это почти та же самая моделька, твою мать, что за бред? Добавили один и тот же автомобиль, типа. Так, тихо. Так, стоим. Ну, как вам сказать? F10, F10. Ну да блять, она не едет, ни хера она просто не едет, срань какая-то. А, не, хотя. Она ехала 190, я это помню хорошо, прекрасно. Кто видел видео, как мы ехали? Ну, то есть мы ехали, Сёма ехал на своей золотой F10 190, ребята, кто не видел видосик, можете в истории посмотреть, там у меня есть. F10 на старте делала. Блин. Вспомнить надо. По-моему, этот Авентадор у меня был, да. Я передом, да, рушал как положено с места. А этот Асёма был на F10. Так он делал со старта меня на F10 до 190. Так, налог. Нихера налог, $87. Так. F10 M3. А чё за... О! M5. Mercedes, ага. Это было, блядь, X5, я, ну, тест-драйв, да, посмотрим X5. Пристегнись. Ух. И чё, опять? Ёптхэм. Опять приспущенные колеса, ребята, что вы творите? Сделайте нормальные колеса. Не то пальто. Честно, не нравится мне. Ой, он такой еще дохлый какой-то, такой вот задний привод и передний, блядь. Ну, такой какой-то, ну, вообще... Что-то не те машины, которые были. Ну, да, я не спорю, те были реально очень быстрые, но, извините меня, немножко можно было бы как-то их поднастроить побыстрее, чтобы они ехали. Они вот это вот вообще дохляк. М3, не М3, что-то вообще Е63. О, так это тот, кстати, который был, по-моему, в другом этом салоне. Да, чё не все в асфальте, бля, вы чё? Гоните? Такого ж не было. Ой, здесь, кстати, по-моему, и габариты не такие. Еще и стоп, этот стоп-сигнал горит, блядь. Стоп, вот это вот. Ой, бля, и этот играет, ёпарсть. А вроде не играл, у меня для тебя видео есть, там, где вот этот Mercedes 400 с копейками наваливает. Еще в то время на двух чипах, там он настроенный, круто был. То есть, что-то как-то... Не, красивый, без базара, конечно, Mercedes, но... Как-то не то. Не то пальто. Ну он был, кстати, вроде как даже в дорогом салоне. Или в, не, в среднем, в дорогом. Так, Супра. Ну это говно, я помню, было раньше. Ой, чё ты делаешь, ты тут? Не-не-не-не-не-не. Говорить. Не надо. Мне это твоя Тойота, мне надо тест-драйв оформить. Оу, нихера себе. Её даже поменяли. Сделали нормально. Ну ничего себе. Правда, смотрю, кто-то текстуру вставлял. Шикарно аж это. Видите, там где по центру над значком Toyota какая-то херня неправильная, некрасивая, текстура какая-то другая, светящаяся немного. Так. Вот такая какой-то, ну я в принципе не фанат особо там Toyota, там, да, к примеру. Вот такие вообще я не фанат двухдверных там спорткаров. Чисто такое ПВЕ, типа, знаете, да, прикольно вроде это, но все равно не то. У меня вот более такой. Mercedes не то все равно, а вот BMW это вообще, а это жир.
Так, Mercedes есть, Toyota Supra, Turbo даже. Ну, не вижу я, что там Turbo было вообще на ней, никакого там Turbo нету. Jaguar, опа, второй, кстати, надо было в дорогом салоне посмотреть Jaguar. BMW M6, Porsche Cayenne Turbo. Чё, вернули тот же, который был? Ага, вернули. Сука, и все они в асфальте, колеса у них. Ну, круто, конечно. О, так он, кстати, повеселее в плане, ну, как-то пожестче, ой, пожестче, помягче стал. А то, что да, вспомню, так вспомню. Ой, так он нихера, он и валит, блин, ребята, вы чё? Чё тут за приколы такие? Реально, Порше валит, блин, все BMW курят, рядом стоя. Да, смотрите, 180 уже пошел. Как-то все остальные автомобили курят реально. Да, Порше, кстати, вот как вариант Порше брать. Сейчас еще раз, в принципе, посмотрим, может быть, еще возьмем эту на Lexus, протестируем. Да, сейчас посмотрим. Так, Porsche есть, Ford Shelby, фу. Lex, это где? Алиэкспресс, Lexus, Алиэкспресс, да? Так, а ну давайте посмотрим. А, пристегнутый Виталик. Включи свет. Давайте сейчас... О, не, он такой какой-то... Вот Porsche жесткий, конечно, ангаре наваливает нормально. Блин, ну Lexus крал классно, реально. Вот такой вот, знаете, такой чувствуется сынком мажора папаши, к примеру, там, типа, ну, роль отыгрывать такую на севере, в принципе, круто. Неплохой. А ну, вы постарались? Ну, нихера не постарались, блин. Могли бы еще на этот добавить поворотничек на зеркало боковое. Не, ну классный Lexus, да, вот такой вот я, в принципе, купил бы себе тоже. Или катал бы себя. Классный, реально, охеренный, он реально охеренный такой вот. Ну, по концу, что я могу сказать, друзья, это то, что 39-й кузов нет. Все равно я вот обдумал все, я бы его не купил, блин, не знаю, наверное, покупать не буду, не нравится мне, честно говоря, какая-то она такая чуть-чуть, она должна быть немного подурнее как-то, ну пускай даже вот вы убрали резвость туда, ну чуть-чуть надо было убрать, а не по максимуму, немножко попроще сделать эти все автомобили, но 39 это должна быть все-таки дурочка, извините меня, она такая должна быть, Гарри дал и пошел. Блин, те же Мерседесы, те же, да все должны, это вот, блин, М5, Е60, ну это вообще звездец для меня как-то в голову не влазит. Ну как можно было, блядь, так изуродовать все автомобили в сраку просто, в сраку, их так переделать в жопу просто. Сейчас поедем еще на дешевый салон, посмотрим, что там. Ну, в принципе, да, есть варианты, которые я мог бы купить, но это, наверное, увидите вы уже в следующих сериях. Кстати, если что, вот здесь на карте недалеко от среднего салона продается хата. Ух, нихера. И там вот продается хата. 40 тысяч, а то я просмотрел уже. Сейчас аж посмотрим, это следующий дом. Что-то тоже должен быть неплохо, так знаете. Как-то так закрыть. Поехали дальше. Вот такая 34-я, такая она вообще, блин, как дедушкин какой-то кадиллак, знаете, старый такой. Не только дело. Нихера, сколько тут домов, и все продается. Все продается. Может быть. Ой, ладно, не может. Стоп, что за хрень? Ребята, новички, да, которые вот смотрят меня, может быть. Это, блин, берите вот дома, покупайте. У перекупов, которые валят, вам будет валить там по 60, по 100 тысяч, ну да, это продавать нахер, не ведитесь. Вот езжайте, покупайте себе нормальные дома, там по 40 тысяч, по-моему. Да, это, кстати, сколько стоит. Это ладно, не буду смотреть. Но факт в том, что есть дома, которые вот реально можно купить. Это в районе, вот, к примеру, недалеко от автовокзала. Практически, Виталик сказал, блин, от автовокзала недалеко. Ни хера тут еще ехать. Херовую тучу. Но все равно велосипед купили там себе, или мотоцикл, блин, и поехали. Можно кататься. Так, это что у нас тут? О! Так, за туда все, помню, теперь помню, вспомнил, куда нам ехать надо. Факт в том, что есть дома, можно купить. Кризиса нет у дома. Хэки, Пучман какой-то, или импичмент, как его там. Мы снова на БУ. Подъезжам к БУ.
Подъезжаем к БУ. Прикольно. Так, что я стал разлей. Так. Ладно. Вы знаете, что я увидел? Фу, я вот что... О, ёб твою мать! Нихера себе! Сколько? 90 тысяч! Ребята, разбирайте реально тачки. 85 тысяч! Твою мать! Я охеревший. Я просто в шоке. Вот это вот... Ух ты! Нихера... Так вы знаете, я вам скажу, даже дешево с дешевыми автомобилями рынок меняет, это автосалон больше радует. 140-й, кабанчик, тест-драйв. Я в шоке, я просто офигеть, я офигевший, я в шоке реально. Ух, так он, блин, злодей, смотрите, разгоняется, в принципе, не хуже тех же, блин. Как-то... Какой-то он такой чуть-чуть такой вот какой-то недо... Подвеска недоделанная. Как-то он такой чуть-чуть... Нужно было бы его сделать немного помягче. Что реально... Не понял, блядь, еще хотите сказать, что перед ним, блядь... Полный привод, красавцы! Молодцы. Сейчас посмотрим, кто его там добавил, конечно, интересно. Кто такой специалист, блядь, с полным приводом кабана, блядь. Добавить. Я в шоке, ребят. Ну переделайте нормально. Да, красиво смотрится все. Модель классная такая, детализированная. Но тот кабан, который был первый, который у меня был самый классный, реально. Сейчас давайте посмотрим, кто его добавил. Mercedes 140. Lacoste. Ну, блин, парень не умеет делать автомобили, да? 560 сек. Что за такие названия какие-то такие удочные? Неплохо так, неплохо. О, свет включить. Как-то свет включается тупо. Да заведись уже, ну. А, все заведи. О, вот это, понимаю, вот такая колбаса, но он такой поболее, как-то реалистичнее, потому что это Mercedes, это тяжелый автомобиль. Это не то говно, которое сейчас делаю. Это реально классика. Вот такая вот тяжелая машина. Ну, классная. Реально классная. Правда. Блять, это... То, что мощность вот это убрали, да? Как бы именно эффект шлифона. Вот как ты входишь в поворот, и автомобиль должен просто реально уйти. С-под себя вышкивать. А тут как-то так все слабо. Прикольно. Прикольно. Mercedes клевый, да? Без пытаний. Кабан, конечно, не понравился. Это не тот. Тут кабан первый был охеренный. Это такой жесткий немного. Должен быть мягче. Семерочка. 2001 года в 90 тысяч. Тест-драйв. Давайте поедем, покатаемся. О, да. Семерочка, конечно. Правда, оптику не доделали. Они, походу, видать, вообще еще не... Нет, типа сделали. Ну, типа вперед не сделали нихера. Классная. Вот это я понимаю. О, бляха, муха, нет. Вот автомобили, честно говоря, изуродовали местами. Здесь тут... А, нет, здесь, в принципе, если сильно не прыгать по буграм, то нормально, но все равно. Смотрите, видишь так. Тычите, колесо вылезло из-под крыла. Прикольно так. Классная модель. Не, красивая, кстати, семерка, она красивая, по сути. Вот такая. Так, смотрите, она даже поярче, блин. Ай, ёб твою. Поярче, побыстрее едет, нежели те бэхи, кстати, да, я буду сравнивать с теми BMW, ну, с моими, ну, как бы с моими с фаворитными автомобилями, это, конечно, она даже поярче идет, нежели те автомобили. Так, смотрим дальше. Так, семерка, ну да, прикольная, все, цена ее сколько, 90 тысяч, Гольф первый. Прикольно такой, да. Маленький жужик.
Ну да, и оптика поярче, нежели у BMW. И у BMW шлаковые диски, здесь же колеса получше, чем у этой семерки. Ну да, круто, конечно, ребят. Все я понимаю, шикарно происходит. Не, классный, кстати, я вам скажу. Физика, ну как бы, да, автомобиля классная. Правда, тоже колеса пролазят через крылья. Ну это ничего страшного, да. Главное, что машина классная. Так, что у нас тут еще есть? Volkswagen. Ну, тапочки, тапочки. О! Вот это я понимаю, фольцик. Ой, а он еще хуже того фольца. Не-не-не-не-не, ребят, спасибо. Наездился. Много бюджетных автомобилей. Это реально огромный плюс для сервера. Но! Что не конченые реально, блин, в большинстве случаев. 50 тысяч, 40 тысяч. Ford 150, M5 E34, 40 тысяч, Ford Focus, Subaru, Jeep Cherokee Offroad. А, я понял, что это такое. Kia Forte Coupe. Нет, не то. Camaro CC. Ой, бля, она вообще, ну, дешевая, походу, наверное, в жизни она дешевая, не знаю. Toyota G-Tag Dodge Sub. Что я вам скажу, проехался на всех этих вот мега автомобилях. Блин, ни хера я для себя не подобрал. Ни хрен. Кстати, а Камара симпатичная. Хоть она и дешевая, но она симпатичная. Да, смотрите. Сколько она? 54 тысячи. Да, кстати, симпатичная моделька. Так, ну, в принципе, ребят, на этом все. Я думаю, будем закругляться. Реально, в принципе, вот модели здесь реально сделали бюджетных много, и много они вот такие вот, как вам сказать, ну, слабо вообще, слабые. Чё там? Чудаки на этом, на BMW с дисками от Мерседеса, красавчики. Так, не. Короче, да, бюджетных дохера автомобилей, и урезали всем автомобилям, я понимаю, скорость. Поэтому, ну, ничего не хочу. Мне хватит этого вот ведра медленного, нежели менять на какое-то другое ведро. Хотя я взял бы себе, в принципе, с другой стороны Porsche, джип тот, который я кайфовал от него, мне понравился он. И взял бы себе Lexus, либо Toyota эту. В принципе, можно было бы взять и кабана Мерса. Но если бы сделали задний привод на нем, нормальный задний привод, а не это говно полноприводное. Или же. Да или же, короче, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Следующая серия, я думаю, будет уже более уже не обзоры этих, бля, этих всех ведер, которые, короче, медленных вот этих вот, да, сопливых, а будет нормальная какая-то уже покатуха с своими старыми знакомыми с сервера, да. Так что, как говорится, подписывайтесь. Думаю. А, если что, ребята, если у кого-то есть вот с данных автомобилей, которые меня заинтересовали, нитро стоят там такие, что-то там, ну даже не нитро, эти, нитро меня не интересует. Если стоят там какие-то эти чипы, там выставили, что-то, пишите, либо ловите в игре, как бы, ну, если увидите в игре, напишите, я с удовольствием, с радостью взял бы на тест-драйв, к примеру, просто в ЛВ, подъезжайте ко мне туда в ЛВ, ну, типа, списываемся, в ЛВ встречаемся, я там просто проехаться хотел бы, посмотреть вот эти данные ускорения вот таких вот автомобилей, да, сопливых, медленных. Короче, ладно, все. Всем пока-пока, спасибо еще раз за просмотр, подписываемся, ставим пальцы, если что.